Перед нами фара Аврора, всеми любимая. Вот так она, чуть-чуть, конечно, запачканная, но хозяин говорит, не надо протирать ее, а то поцарапается. Да, сравниваем ее с фарами ТВ групп. Я протру, здесь можно, вот надпись, чтобы было видно. Условия примерно одинаковые. И те запачканы, и те запачканы. Теперь давайте посмотрим, как они светят. Сейчас, подожди. Да, давай, включаем. Так светит Аврора. Нет, Аврора светит вот так. Вот так, да, давай. Вот так светит Аврора. Вот так светит АТВ групп. Ну, я бы сказал, что АТВ групп, блин, светит хуже, чем Аврора. А что ты решил? У тебя вон прям вот точечка такая, раз. Точечка. Ты посмотри, я свечу в дерево, а ты светишь в поле. И боковой зацвет еще. Вот боковой зацвет такой идет. Оп. Ты только посмотри, что я в дерево свечу, а ты в поле. Сейчас я свой Paralight американский включу. Давай. А что поменялось? Да ничего не поменялось. Он у меня светит везде. Так. Поехали, короче. А ваш может вот так вот светить? А, ну это гламурненько. А какие цвета еще есть, блин, испачкался. С ума сойти, ты глянь. А еще какие варианты? Оба-на. Мажорная фара, мажорная. Мой костюмчик. Оуч. Бирюза. Ну, в принципе, за это, да, обычно просят. Потому что она такая серьезная фара, и видно прям. Серьезных пацанов. Ну, вот АТВ групп, то есть сравнение, как светили. Вот так АТВ групп светит в темноте. Кому-то, может быть, это будет полезно.